у меня в студии, чему я несказанно рад. Привет! Привет! Дела у нас прекрасно. Привет, вот. У тебя как дела? Хорошо, очень приятно быть в Москве. Обратно я чувствую себя чисто таким иностранцем здесь, но пробую вникнуть в вашу культуру, так что пробую, сейчас уже научился уже лучше по-русски разговаривать. Ну ладно, сейчас мы тебя научим еще лучше говорить по-русски. Ты вчера еще был у русских перцев на русском радио, да? Да. В гостях. Да, везде был. У вас хорошие журналисты, гораздо легче общаться здесь, чем в Норвегии. Да ладно, да? Ну там гораздо такие вопросы спрашивают. Каверзные, да? Да. Сейчас посмотрим, может быть. У нас сегодня тоже будет каверзный вопрос. Ты не расслабляйся. Мы сегодня разговариваем о стыде. Вот за что нашим телезрителям бывает стыдно? Вот, знаешь, кто что не написал? Вот кому-то стыдно за то, что изменяет, кому-то за то, что объедается на ночь, кому-то стыдно за то, что там братишку-сестренку бьет. Тебе за что бывает стыдно? Ну что ж, мне стыдно, когда у меня энергетика, например, плохая, когда я после концерта уже совсем устал, а там ждут 300-400 фанатов еще, чтобы автограф. Еще нужно поработать, да? И обычно мне это очень-очень нравится, иногда я просто очень устал, но все равно, как работа, так выхожу, давайте, кто первый, и тогда очень стыдно. Зато работаю так. Ну, это ты про творчество говоришь, а вот в жизни у тебя бывает что-то? У меня жизнь есть. За что тебе бывает стыдно? Ну, так на кого-нибудь накричишь, не знаю, разлишься. Да, как раз это самое важное, мне никогда не кричать, никогда не поднимать голос ни на кого, потому что многие ситуации же у нас в жизни, где мы чувствуем, что весь мир несправедливый, да, и что только мы правы. И в такие ситуации, вместо того, чтобы настаивать на своем, может быть, лучше прислушаться и посмотреть, может быть, другие все-таки правы. Философия, да, но, к сожалению, не всегда я следую этой философии, так что иногда я лопну и там накричу на кого-то, и после этого я 2-3 дня мне нужно. Иногда я лопну, мне нравится. Мне кажется, сейчас от радости все твои поклонницы лопнут, потому что мы сейчас будем смотреть на твой клип. Кстати, пишите вопросы для Александра. Да, я отвечу, может быть. Может быть. Ответят, точно. Открою для тебя любви секрет. Открываю я глаза, привет. Крылья, стрелы, и я одет. Забираюсь выше, чем всегда я над облаками. Раскрываю крылья и слегка разукрасив небеса, картину вижу на земле. Уходит он и больно ей, но в жизни роль моя летать и стрелять, соединять сердца. Попаду я стрелой. Чтоб моя стрела бумерангом стала для меня, по законам жизни сделав круг, и попало в мое сердце вдруг. Там где-то на земле ты вспомнишь обо мне, к тебе летит стрела. Попаду я стрелой амура, открою для тебя любви секрет. Зацеплю я стрелой амура, две половинки в миг найдут рассвет. Но плачет дождь, я же вместе с ним.
тоской. Я верю, где-то там, в глубине души, что придет. Стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. Зацеплю я стрелой Амура, две половинки вмиг найдут рассвет. Только что мне Саша рассказал, что у него есть сумасшедшая поклонница, которая донимает уже несколько лет подряд, правильно? Ой, так это я тебе рассказал. Ну, так вот надо рассказать, что это клип. Нет, вообще даже целый клип даже сделал. Так что пора рассказать историю. Ну, девушка преследует меня 3 года уже из Израиля, ездит по Европе за мной. И это нормально, понимаешь? Какая активная. Просто я чувствую, что мы сами выбираем свой путь, да, я выбрал вот эту жизнь, так что я не жалуюсь. Но когда она начинает уже звонить родителям моим, друзьям, это что? Да, они не выбирали это. А Бадля, как тебя зовут? Не скажу, что ты. Это самое главное, не говорить имя, тогда она. Скажу. Нет. Она женщина из Израиля, ей 35 лет или что-то такое, да. Так что вот как раз я спрашивала, когда мне стыдно бывает, вот мне стыдно, когда из-за меня. Друзьям моим плохо, потому что девушка им звонит и спрашивает, где Саша. Слушай, я вот очень хочу про это еще у тебя выспросить, еще про новый клип, но сейчас у нас есть еще одна телезрительница, фанатка, невозможно уже. Надеюсь, не из Израиля. Она уже висит, сейчас упадет в обморок, долго ждет в эфире. Давай с ней быстренько поговорим. Алло, давай. Здравствуйте, Татьяна. Алло, привет, здравствуйте. Привет. Я очень рада слышать Сашу, очень сильно рада. Очень красивый голос у тебя, Татьяна. Как дела у тебя? Я вообще в шоке. Ну, вообще-то, хорошо дела. Но... Танечка, вы можете все что угодно спросить у Саши. Да. Саша, я хочу спросить, когда ты приедешь в Россию с гастролями? Я должен был участвовать в телешоу в Норвегии в марте, в апреле, но сейчас мы это... Все-таки вот это не будет, так что у меня свободный график в апреле и в марте. Мы сейчас планируем тур по всей Европе. Я уверен, что в Москве и в Украине, также и в Беларуси будут концерты. Так что надеюсь, ты туда придешь. А по всем городам будет? А? А вообще тур по всей России будет? А сколько есть? В 5-м году. Ой, у нас много городов. А вы в каком городе, Тань? Я живу в городе Самара. Ну, там мы начнем, Самара. Да. Хорошо, не, я уже там был однажды, мне очень понравилось. Вы здесь, да? Я была на своем концерте в 2009 году в Самаре, 26 ноября. Уже будет 4 года, как я тебя не видела. Какой кошмар, целых 4 года, Татьяна. Татьяна, 4 года тебя не видела. Ну, мы еще увидимся, только спасибо, что ты не преследуешь моих родителей. Ты очень хорошая девушка, я надеюсь, что в Самаре мы... встретимся. А мне как раз очень приятно именно вот вместо того, чтобы масштабный один концерт дать в Москве и говорить, что вы все приезжаете сюда, клуб Земли, типа наоборот интереснее к вам поехать и посмотреть природу русскую. Ну, хотелось бы 5-6 концертов по России. Слушай, ну мы Тане большое спасибо говорим за звонок. Прямо сейчас мы посмотрим на русскую природу. На какую-то русскую природу. На дерево. Это елка будет у нас в эфире. Поехали. Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться высоко и не разбить.
лица, дать случайностям случиться, прочитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах, дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу, посмотреть, как сходит солнце сверху пролететь, остановиться, будто сказочная птица, расстояние самолетов, и узнать получше, кто ты, и понять точнее, где ты, рассчитав по жестам прочность и цену твоим ответом, посмотреть, как сходит солнце сверху вниз. Пропусти премьеру нового видеоклипа Сергея Лазарева. Скоро на РУ-ТВ. Это «Стрипсы KFC». Ими удобно перекусить где угодно.